Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Парламентарий навестила семью Маграмовых из Звенигорода, чтобы поздравить с Новым годом. Открытку с пожеланиями ребят Лариса Лазутина ранее сняла с елки в Одинцовском штабе партии. Зайнаб Маграмова после потери кормильца воспитывает детей одна. Младшие дети, школьники Диана и Маграм, получили подарки, которые они указали в открытке – самокат и беспроводные наушники. Вместе с коллегами по партии Лариса Евгеньевна пожелала семейству здоровья, радости и счастья.